Нарежечки. Какой подарок? Подожди, я не понимаю. Вот этот, что ли? А, у них клип вышел? А, я думаю, блядь, я-то думаю, что вы меня постоянно это... Постоянно просите, все, все, сейчас включу тогда. Ну, базар, вы бы сразу тогда сказали, что у них клип вышел, я-то что, я-то не знаю же. Окей. Захожу на праздник, what the fuck, диджей пол ему так. Ты танцуешь одна, и я вливаю разноцветный коктейль свой кап. Ты сегодня моя, возьмай с меня бан, я твой подарок. Я танцую одна. Пентхаус, он помыкает хаос, улыбаюсь тебе. И мы тусуем в Москве. И хочешь жаль, что меня нету в твоем виш-листе. У тебя, сучки, подруги пускают про меня слухи. Катя Каролина! Я смешался с тобой, наблюдаю за тобой. Я уже совсем бухой, тобой. Я захожу на праздник, what the fuck. Диджей пол ему так. Ты танцуешь одна, и я вливаю разноцветный коктейль свой кап. Ты сегодня моя. Мой подарок. Я танцую одна. Не нужны ключи от твоей машины. Я танцую одна. Анютка секси. Не нужны ключи. Вот это вот. Автопилот, я бы ее, ну вы знаете, вы все знаете. И по телу тепло, но не от тебя. Это джентоник, я хочу новый фончик. И еще квартиру в центре, BMW с тренировкой. Мальчик, прыгай за столик, у меня к тебе вопросик. Можешь ли ты это сделать, подари мне еще один нолик. Захожу на праздник, what the fuck. Диджей пол ему так. Ты танцуешь одна. Вот оно сближение. Не нужен ли ты? Не нужны ключи от твоей машины. Я танцую одна. Не нужен ли ты? Не нужны ключи от твоей квартиры. Нет, стоп. Стоп, а чего вы удивляетесь? Вы не знали? Вы не знали, что они встречаются? Это же было понятно. Челы, блядь, о май гад. Это же было понятно. Это же было понятно. Нет? Ну, вы тогда, я не знаю, с закрытыми глазами живете, с подключением. Блин, ну на самом деле это... Как? Я не буду говорить, что это неожиданно. Но я буду это пересматривать вот так. Ключи от твоей квартиры. Сука, Аня у меня увёл, блядь! Аня, ты трожь! Аню мою, не трогай. Ну, вообще, на самом деле, это все нейронка. И это все сделано для хайпа. Для сбора просмотров. Ну, если вы, ну, не знали. Это на самом деле, да. Это на самом деле сделано нейронкой, то есть просто... На зеленом фоне отсканировали полностью Платона, потом поставили Аню, отсканировали тоже ее с двух сторон. Вы думаете, а почему там у них совместные тоже фотографии? Потому что у них была фотосессия как и на розовом фоне, так была и на зеленом фоне, там, где их полностью вот так вот отвидосили. И потом сделали, получается, два... Если вы приглянетесь, если вы посмотрите прям поближе, подробно этот кадр, вглядитесь в этот кадр, то вы увидите, что там две нейронные сети вот так вот соприкасаются, и там даже поцелуя такого нет, там прямо перед ними, между ними, точнее, там такое вот расстояние.
Ах.